Монстры вокруг. Жила-была царевна, которая боялась темноты. Что случилось? Где болит, доченька? Что с тобой, царевна? Монстры! Монстры? Какие монстры? Где? Везде! Папа у царевны был очень умный и ни в каких монстров, конечно, не верил. Монстры – это глупости и детские страшилки. Оп-ля! Вот смотри, здесь монстров нет. Ну, так где же они прячутся? О, спасибо. Так-так-так, посмотрим. Ага, там что-то есть. Вот. А монстры? А монстров нет. Так, здесь монстров нет. Здесь тоже нет. Ага, думаешь, они там? Ну, сейчас мы с ними разберемся. Та-дам! Точно никого нет? Никого. А теперь ложись спать. Спокойной ночи. Бонна, остаешься охранять царевну. Уф! Что здесь произошло? Монстры вернулись! Правда? Ой, здесь такое было! Только посмотрите, что они натворили! А мне кажется, это натворил кто-то другой. Мы оставим тебе свет. Так тебе будет не страшно. А все-таки царевне было страшно. Очень страшные, жуткие, ужасные. Могут руку или ногу откусить. До поры они таятся, ярких лампочек боятся. Но вот стоит свет лишь погасить. Боюсь. Кто
Один такой огромный, топ-топ-топ, а другой такой жуткий, с тремя хвостами и семью ногами, такой... Сейчас! Вот такое! Ножище во! Ручище во! Уши огромные и лохматые! А на голове... Не помню, то ли рога, то ли... Шапочка! Да нет же, он был страшный. А этот в шапочке какой-то смешной. Такой смешной. Не монстр, а клоун какой-то. Он самый смешной. Пусть тебе приснятся добрые сны. Мне приснятся смешные монстры. С тех пор царевна не боится темноты и спит спокойно, ведь монстры – ее добрые друзья. Ай, болит! Жила-была царевна, которая боялась ходить к врачам. Ну давай же, деточка, открой ротик, скажи «а». Ну скажи «а», доченька. Скажи «а». Уж как только царевну не уговаривали. Но это же совсем не больно. Чего ты боишься? Вот смотри на меня. Я совсем не боюсь. Вот так. Ага, не больно. Как же, знаю я вас. Сначала скажи «а», а потом уколы ставят. Вот смотри, это же очень интересно. Помнишь, как мы с тобой играли в больничку? Можно послушать. Можно поставить градусник. Или укольчик. Ой. Вот-вот, вам бы все уколы ставить. Поиграть я и дома могу. Настоящие врачи для этого вовсе не нужны.
нужны. Пойдемте отсюда. А все-таки врачи очень даже нужны. Да ну! Врачи плохие! Да нет же, дочка. Врачи добрые. Они лечат людей. Даже собаки ходят к врачам. Смотрите, даже наша собака понимает, что от врачей одно зло. Не злой, а добрый. Ха, на здоровье! Рассказать я вам хочу, для чего ходить к врачу. Чтобы не был нос простужен, нам хороший доктор нужен, чтобы животик не болел, ведь у нас так много дел. Доктор, доктор, помогите! Боится врачей и даже сама мечтает стать врачом, ветеринаром, чтобы лечить зверей. Не бойся, давай я тебя послушаю. Это не больно. А теперь укольчик. Эй, ты куда? А как же укольчик? Постой, не убегай. Это же для здоровья. Гонщица. Жила-была царевна, которая любила кататься на самокате. Царевна, не уезжай далеко. А вот соблюдать правила дорожного движения ей совсем не хотелось. Царевна, подожди, осторожней. Царевна, стой, там дорога. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ох, спасибо вам.
Раз не слушаешься, то и кататься больше не будешь. А! Самокат-то мы новый купим, а вот царевна у нас одна. На дороге опасно, дочка. Мы очень за тебя испугались. Да и на тротуаре опасно, если там царевна. С тех пор царевна на дорогу не выезжает и катается осторожно. А мама с папой тоже научились кататься, чтобы не отставать. Стоп! Дорога! Да. Жила-была царевна, которая решила стать звездой.
Что это? Кажется, сегодня у нас дома будет концерт. Ого, вот это новость. В гостиной в 6 часов вечера. Идем, концерт вот-вот начнется. Дамы и господа, сейчас для вас сыграет знаменитая скрипачка, звезда мировой сцены, Царевна! Постой, а это что, настоящая скрипка? Она взяла твою скрипку. Ну вот, ничего не получилось. Ну, царевна, ты ведь никогда не играла на скрипке. А музыканты учатся этому много лет. Много лет? Но я не хочу учиться много лет. Я хочу сейчас. Увы, так не бывает. Играть на скрипке совсем непросто. Ну вот, уже все позабыл. А ведь когда-то умел немного. Сейчас перед вами выступит звезда художественной гимнастики, Царевна! Но, доченька, гимнастика — это тоже совсем непросто. Маэстро, музыку! Царевна, но ведь гимнастки тоже упорно тренируются много лет. Уж теперь-то точно получится! Мировая звезда магии, Царевна! Алле! Оп! Алле! Оп! Абракадабра! Как? Еще здесь? Ты же должна была исчезнуть! Та-дам! Царевна! Только не надо говорить, что фокусники тренируются много лет! Ах!
Эй, ты куда? А как же фокусы? Машет ленточкой гимнастка, грациозно и легко. Фокусник, как будто в сказке, раз и вынул кролика. А скрипачка заиграла, целый мир очаровала. Все кричат: вот это да, настоящая звезда. Я бы тоже так хотела, если б только я умела так красиво танцевать и на сцене выступать. Так красиво танцевать и на сцене выступать. Чтоб меня увидеть в зале, в восхищении все кричали: ого-го, вот это да, настоящая звезда. 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 Царевна, как ты красиво танцуешь. У тебя здорово получается. Ой, ну это же совсем просто, ничего особенного. А я хотела выступать как настоящая звезда. Царевна, главное, что тебе это нравится. Ведь тогда и учиться будет весело. А для нас с папой ты настоящая звезда. Правда? С тех пор царевна занимается тем, что ей нравится. И кто знает, может, однажды она станет мировой звездой.